находится, пытается занять доминирующую позицию, пытается выйти на удержание или занять позицию сверху и продолжает атаку, либо ударной техникой, либо борцовской, как в данном случае. А сейчас мы смотрим первый полуфинальный поединок категории до 45 килограммов, но в возрасте уже 12-15 лет. Видно, ребята и помощнее, и повыше, поздоровее. Тоже здесь разница даже низкая, в 4 года, 12, 13, 14, 15 лет. На мой взгляд, это многовато. Я думаю, что со временем, когда Федерация полноконтактного рукопашного боя разрастется, появится много уже занимающихся, много детей, подростков, я думаю, что неизбежным ходом, неизбежным шагом это будет введение разделения возрастных категорий отдельно на 8, 9, 10, 11, отдельно 12, 13, 14, 15, так как это принято почти во всех видах спортивных в рамках Росспорта. Хотя следует, наверное, отметить, что Росспорт не утверждает контактные поединки среди детей в возрастах до 12 лет. Даже в общепринятых таких видах контактных единоборств контактные поединки, как правило, начинаются с 12 лет. Официальные. Ну вот посмотрите, пример. Здесь